Смотрите, какие булочки мы сегодня с вами готовим. Супер! Самый простой дрожжевой рецепт из всех дрожжевых рецептов. Посмотрите, какие булочки получаются. Без яиц. Сумасшедшие булочки. Я надеюсь, вам понравятся. Посмотрите, какие они воздушные. Это очень легкий, очень простой рецепт, а получаются сумасшедшие булочки. Вот такая красота. Я надеюсь, вы со мной будете готовить. Поехали! Всем привет! С вами Домашняя Кулинария. Сегодня я предлагаю рецепт булочек, которые могут приготовить даже новички, которые никогда не занимались выпечкой. Рецепт очень прост, ингредиентов минимум, результат превзойдет все ваши ожидания. Готовим мы без яиц. Вот у меня мука, которой я добавляю 300 мл молока. И 100 граммов сахара. Вот это самые главные ингредиенты, которые сейчас мы используем. Масло мы будем добавлять после первого поднятия теста, то есть во время второго замеса. Я добавляю сюда дрожжи и немного посолю тесто. Все, обязательно наши булочки будут пахнуть ванилином. Если вы захотите, можете эти булочки приготовить с изюмом. Сейчас я включаю миксер, замешиваю тесто, покажу, какое мягкое тесто, липнущее к рукам, должно у нас получиться. Потом оставим на тесто подняться, на второй замес смешиваем масло. Сейчас я покажу, что у меня получилось. Такое дрожжевое тесто у нас получилось. Вот смотрите, оно мягкое, липнет к рукам, оно готово тогда, когда уже начинает отставать от стенок. Вот по моей миске это уже видно. Я не буду переносить тесто в другую миску, потому что нам еще раз придется замешивать. Я просто покрываю салфеткой, отложу минут на 40, он подойдет. Я смешиваю сливочное масло, еще один замес. И потом мы будем формировать наши булочки. Вам очень понравится. Очень простой и в то же время очень вкусный рецепт. Выглядит на тесто. Оно подняло 2-2,5 раза. В объеме увеличилось. Теперь 100 граммов сливочного масла я добавлю. И снова замешиваю. Он обязательно изменится в консистенции. Структура теста обязательно изменится. Сейчас замес теста. И я покажу, что у меня получилось. Вот такое тесто у нас получается. Вот такое тесто у нас получается. Изменилась структура теста. Вот она вот такой вот. Шикарная по консистенции. Мы после второго замеса тесто оставляем. Тесто поднимется, увеличится в размере. И потом я покажу, как мы формируем наши булочки. Посмотрите, какое тесто получается после второго замеса. Оно меняется текстуре, меняется структура теста, вот консистенция совсем другая. Мы сейчас оставим тесто, снова оно подойдет. Я переложу тесто в другую миску. Вот, посмотрите, какое оно получается. Очень приятное на ощупь тесто. Я откладываю. Тесто снова подойдет, и я покажу, как мы будем формировать наши булочки. Так поднимается тесто. Вот так выглядит тесто. Сейчас перенесем его на стол. Для этого подпыляем стол. Вот посмотрите, какое тесто получилось. Вот такое тесто. Я не смазывала миску растительным маслом, но при этом стенки миски чистые-чистые. Вот такое воздушное тесто получается без яиц. Вся простота этого рецепта в том, что ничего делать не надо. Вот сейчас просто делю тесто на 12 частей. В моей форме кондитерской очень удобно помещать 12 булочек. Я разделю на 12 частей, закатаю в шарик и сразу помещаю в кондитерскую форму, где они подойдут, и я помещаю в духовку, и шикарные булочки у нас будут готовы. Сейчас я разделю тесто. Буду делить тесто на 12 частей. Сначала на 4, и потом каждую четверть на 3 равные части. Получится 12 шариков.
Сразу помещаю шарики в форму. Ну вот, закатываем шарик. И откладываем. Ну вот такой шарик. Эти булочки можно готовить с шоколадом, с изюмом, с чем угодно. Тесто шикарное, воздушное. Оно прям вот, пузырьки лопаются прям под руками. Вот такие вот шарики я сейчас себе приготовлю. Разделила на 12 частей, закатала их в шарики. Обычно мы после каждого действия оставляем на расстойку. Здесь мы это будем делать вот прям в кондитерской форме. Вот я вот так их помещаю в форму. Они подойдут, они увеличатся в размере. Ну вот, на некотором расстоянии друг от друга. И так как у меня форма с бортиками, она будет увеличиваться не в сторону, а вверх. У нас здесь яиц нету, и ничем покрывать мы не будем. Ни взбитыми яйцами, ничем. Я просто чуть-чуть посыплю мукой. Я оставлю, пусть булочки подойдут, потом покажу, что я с ними буду делать. Хочу показать, как поднимаются булочки. Вот сейчас они готовы к тому, чтобы их отправить в духовку. Они будут такими бледными, но очень аппетитными и вкусными. Я чуть-чуть вот так посыплю их мукой. Просто мукой. И мы отправим в духовку. Я покажу, какая выпечка у нас сегодня получится. Это будут чудесные булочки. Я надеюсь, вам понравится. А теперь я отправляю в духовку и покажу, что у нас получилось. Ну, а теперь посмотрите, какие булочки без яиц из простого теста у нас получились. Сейчас они горячие, я не хочу их трогать. Они остынут, я обязательно покажу, какие они воздушные, как они выглядят на срезе. Я надеюсь, вы даже и не сомневаетесь. Вот такие супер простые и в то же время супер шикарные булочки мы сегодня с вами испекли. Я надеюсь, вам понравится, и вы будете готовить вместе с нами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всегда с вами, всегда ваша домашняя кулинария. Пока!